Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com, и сегодня у нас на тестах мини Tower Corpus, это AB Concord Kronos 350M, среднего стоимость всего 2500 рублей. Продажи стартовали, более подробная информация по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает съемную заглушку расширения, набор винтов, динамика и инструкцию. Общий габарит у него достаточно компактный, занимает ограниченное пространство, строгий внешний вид и аккуратное исполнение. Лицевая панель по всей площади представляет собой вентиляционную решетку, зафиксированный за ней несъемным противополевым фильтром. В нижней части логотип производителя. Левая стенка из акрила крепится при помощи трех винтов. Стоит быть аккуратным, конечно, акрил, в отличие от стекла, подвержен появлению царапин. Но с учетом того, что это недорогой корпус, выбор в пользу этого материала ожидаем. И это явно лучше, чем стенка из металла. Верхняя стенка корпуса также выступает вентиляционной решеткой под вентиляторы. Здесь уже противополевой фильтр идет съемный с магнитным креплением. Расположение блока питания нижнее, под блоком питания второй съемный фильтр, устанавливаемые в пазы. 4 заглушки в отладке расширения, 3 из них выламываются, в комплекте завода идет один вентилятор. 4 пластиковые ножки оставляют зазор под корпусом для свободного доступа воздуха к источнику питания. Правая стенка из металла, для удобного снятия есть штампованная ручка. Внутреннее пространство цельное, из дополнительных элементов можно выделить только отсек под корзину с жесткими дисками. В пару пластиковых салазков можно поставить 2 3,5-дюймовых или 2 2,5-дюймовых диска. Еще 2 2,5-дюймовых накопителя можно поставить на обратной стенке при помощи винтов. В компактном типоразмере пользователь сможет пользоваться диском ПЦ-системой из 4 накопителей. Блок питания в AB Concord Kronos 350M остается неизолированным, поддерживается модель длиной до 180 мм. Для исключения лишних проводов рекомендуем обратить внимание на модульные источники питания. Видеокарта длиной до 310 мм, башня системы охлаждения высотой до 157 мм. Дополнительный комплектный вентилятор, на тыльной стенке доступны места по 2 120 или 2 140. На верхнюю стенку также 2 120 или 140. Сборка здесь не представляет никаких проблем, достаточно свободного места. Корпус AB Concord Kronos 350M подойдет не только для сборки системы под офисные задачи, но и высокопроизводительную систему с топовым процессором и видеокартой собрать в ней можно. Для этого предлагается хорошая возможность по организации активного охлаждения, свободный продукт внутреннего содержимого и совместимость с компонентами. Хороший набор разъемов кольцевой панели, аккуратный внешний вид, стенка из тонированного акрила, а также съемные фильтра. С удовольствием обсудим с вами AB Concord Kronos 350M. Всем спасибо за внимание, хорошей недели и пока-пока!